На стационарном посту Магри сотрудники ДПС остановили «Мерседес» под управлением 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. При виде правоохранителей водитель заметно занервничал. В итоге в ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли полимерные пакеты с порошкообразными веществами. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством, а именно кокаином массой около 60 грамм и мефедроном массой порядка 2 граммов. Подозреваемый собирался совместно со своими знакомыми сбыть наркотики посредством тайниковых закладок на территории Сочи. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции удалось установить еще 3 лиц, которые причастны к распространению наркотиков на территории города-курорта. В настоящее время они все взяты под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.